普京弹奏《我爱你中国》，感动无数网友，弹出了发自肺腑的中俄之情。Вы знаете, что я, как и большинство, я уже об этом говорил, не умею ни петь, к сожалению, ни играть, но все-таки...Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою. Защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Я буду защищать мою родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни.С праздником вас, с Международным женским днем.
бургер прочь и готовим вкусный борщ.他们的好朋友，那俄罗斯觉得呢？你们最喜欢跟哪一国人交朋友？中国人，就是最竞争的应该是中国。像刚刚小平说的，以前苏联可能帮助比较多，那我们原因是互相认真心。真的，我觉得互相，因为我们从苏联的时候交流很发达，然后现在可能是俄罗斯比较需要。那我自己觉得，我搬到台湾后很有感觉。我每次回到莫斯科，我觉得莫斯科真的越来越中国化。怎么说？我今年回莫斯科，发现好像我们全部的观光地点都是中国游客。真的吗？对，我第二次回国。我发现哎，好像每个百货公司都有会中文的店员，然后你去吃饭好像发现会有中文的菜单，会写的是俄罗斯也有，对，对。那我去年回到莫斯科，我在机场第一个东西我看到的是广告，然后广告只有中文没有俄文，然后那时候怀疑哎，我到底有没有离开台湾。对，所以我觉得真的我们现在机场都是俄文、英文然后中文。可是像我这样的这个黄黄的人，过去俄罗斯讲英文的话他们就直接很翻白眼不理我，可是讲中文的话我会帮忙，就很认真听。一个外国人在俄罗斯观光还要用中文沟通，我真的觉得一个小国家的人很可怜。娘不要酒，一想就有点端倪了。嗯，所以就是中间有茶歇的时候，因为上茶时间大概几分钟吧。嗯，哎，然后普京一看见我，双目一对视，马上就跟我开玩笑，很心里是会说怎么样，这个茶要是换成茅台就好了吧。我当时有点愣，我见过总统开玩笑的，没见过这么开玩笑的。我当然很高兴了，在咱们做采访的，像这种花絮是节目的亮点，对吧？也是你导师里面需要用的。然后嘣儿就说：“哎，茅台怎么样？”我说：“怎么什么意思？”普京说这。Перед тем как перейти к поздравлениям, я хотел бы ответить на два самых актуальных вопроса. Вы знаете, многие считают, что после вступления России в ВТО АвтоВАЗу придет конец.Я хотел бы заметить, что это не единственный плюс. Есть еще много других. И второе. Некоторые удивляются, почему от России на Оскар поехал фильм «Цитадель». Я считаю, что это абсолютно правильное решение.Пусть весь мир знает, что война это долго, дорого и неинтересно.